Hey, guys, с вами Шумики, мы сегодня поиграем в игру довольно тоже старенькую. Ну, как старенькая, на тысячу, если не ошибаюсь. Ну, короче, 91-го года, если я не ошибаюсь. Блин. Ай, это следующая игра, которую я не смог пройти, потому что она на английском. Да, в принципе, она и сейчас на английском. Русскую версию я пытался скачать, но я так и не смог ее скачать. Ну, в плане того, что я ее скачал, однако... Там просто черный экран. Это у нас Quake Shot Donald Duck. Так, давайте сразу... Немножечко сюжете. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, поехали. Короче, однажды днем Дональд играл в... Дональд играл в старых книгах в Скруджа Дака. Ну, короче, Дональд Дака, да? Скруджа. В книгах Скруджа. Он нашел книгу, которая называется «Король Горизия» и «Утином королевстве». В этой книге говорится, что Горизиан, короче, был каким-то королем и что-то спрятал. Короче, он спрятал свои все сокровища в какой-то локации. Также в этой книге Дональд нашел карту, подсказывающую ему, как куда направляться. Вау! Воскликнул Дональд. Если я найду эти сокровища. Ну, типа, если их найду, я стану богаче, чем Скрудже. Но в этот же момент за ним наблюдал какой-то черт, ну пес. Everything. Так, сейчас Windows. Так, в окно наблюдал из шайки какой-то. И он, короче, решил направиться домой. А, шайка Пит там. О. А, короче, Дональд перепрыгнул люк, но Питу не повезло, и он провалился. Дональд сел в самолет, взял своих... Так, подожди. Взял самолет и взял что-то отправиться в путешествие. Ну, в этот момент что-то там начало воскликать Дейзи. Дональд, куда ты идешь? Ты же обещал встретиться со мной час назад. Дейзи... О, пожалуйста, прости. Мне нужно куда-то лететь. Ну, короче... Дональд, подожди, вернись, но говори типа, что даст, ну, что-то ей там привезет, чтоб она ожидала. Дональд и... Хиз. Короче, наблюдали за ним вот эта его шайка, походу, и сказали им направляться за ним. Да, вот шайка... Ну, по картинкам смотрю, пытаюсь по картинкам. Окей, что у нас есть? Дагбург, Мексика, Трансильвания. Я немножко помню об игре, поэтому лучше сначала Мексику. А, с нами еще летят три брата, да, там должны были сесть. Вот. Билли, Билли и Вилли, если не ошибаюсь. В чем заключается игра? У нас есть прыжок, мы можем стрелять, мы можем быстро бегать. И мы можем, так сказать, скользить. Эти кактусы, они...
так сказать, очень херовые. Они потом начинают по нам пулять. Ну, типа, они разрываются на части. Поэтому лучше не надо. Это зыбучие пески. Вот, вот так, да, они делают. Ау. Можно либо на камешки запрыгивать, либо можно просто на... Ау. Объясню, тут есть, короче, вот меню. Это у нас 5 патронов попкорна есть. Также есть предметы. Вот из-за этих предметов я как раз и просрался, потому что, оказывается, их можно еще читать. Ну, кто об этом знал? Особенно в моем-то возрасте. Я просто бегал, я убил только, если я не ошибаюсь, двоих боссов. Даже, может, три. Даже три, да, босса. Даже три босса было. Эти черепахи, они бывают потом скрываются, поэтому... Хоп. Игра на самом деле не очень такая Ай. Не такая уж и длинная на самом деле. Курица восстановит полностью ХП, поэтому это нормально, то что я сделал так. В плане того, что я не просрался. Попкорн. Готово. Дональд, не... Так, Дональд. Не на... Сейчас не нужное время. Тебе нужен специальный ключ. Для этой скважины. Время покажет... Верню тебя. В Дагбург. Это... Там что-то ключ. Спасибо, милая сеньорита. Ну что, вот, в принципе, мы отправляемся дальше. Дальше у нас Дагбург. Внизу, давайте немного то, что мы видим на экране. Первое. Power — это наши жизни. Temple — немножко попозже. И Donald — это наши ХП. Дальше оружие, которое мы используем. Очки. А то либо второстепенное оружие, либо что-то того, я не помню, на самом деле уже. Ну не суть. Вот. Перчик. Что он дает? Ускорение. И мы можем с вами быстренько все пролететь, понимаете? Тут еще эти жуки. О, археолог. Хей! Хей! А, не уж... Так, это вы, герой ключа? Я... Что-то герой, правильно, Хири. Может, археолог, имею в виду? А вы герой? Я... Я возможный. Тогда возьмите и удачи. Дональд берет героический ключ. Мы отправляемся дальше. Дальше нам нужно в Мексику. Тут нужно будет возвращаться. Потом, это, знаете, немножко о чем-то похоже на Metroidvania, потому что нам все равно нужно возвращаться в ту или иную локацию. Лук. Это героический ключ.
You can... Вы теперь можете открыть двери. Вы используете героический ключ. Давайте пока вот так, пускай двери как-то сделаем. А хотя все равно у меня первая серия будет... Так, думаю, использовать ключ. О, тоже довольно такая локация, где огоньки, которые убить нельзя. И огоньки, которые пролазят сквозь, так сказать... Блин, почему я не могу прыгнуть и зацепиться? Раздражает. Платформер, на самом деле, пока что не тяжелый. Вот эти камни, их нельзя трогать, но чтобы по ним пролезть, нам нужно по ним попасть. Вот, видите, все. Просто минус хпшка. Да-да, это челик, который пуляет огоньками, вот так вот. Сучка. Если что, мы можем просто в сторону отпрыгнуть. Бля. Так, наверху деньжата. А я не помню, тут, кажется, были какие-то секретки, но это очень редко. Но не бывает здесь. Здесь будут еще некоторые головоломки со стенами. Вот, видите, допустим, чтобы сюда попасть, мне нужно было замудриться именно проскользнуть так, чтобы сюда попасть. Оп, не попал, тихо. А, теперь нужно ждать. Ну да, первая серия будет немножко долгая. Хотя я могу ее уже считать и скоро закончить, потому что все равно мы первой серии с вами никогда не отмечаем. Так, я все равно не достану. Тут я не залезу. О, идеально. Только я косой. Отлично. Гавш Дональд. А Дональд это... Свел. Типа, я рад тебя видеть. Гуфи, что ты тут делаешь? Ох, я рассматриваю окрестности. Я рад здесь... Или эти... Странные ноты. Я не знаю, что это. Поэтому отдаю тебе. Вент ит. Тебе их дать. Ты лучший. Я отлично понимаю. Они фани веселые. Прилипалы. А может, они стреляют и... лепятся, и они помогут тебе в тяжелое время. И Гура в Дагбурге. Они выглядят looking for you. Они подходят тебе. Дональд берет нот and red ноты и красные прилипалы. Вантусы, я не знаю, что это. На них можно теперь прыгать. И они очень сильно, так сказать, поднимают.
А, мне карту, кусок карты дали. Лук. Первое солнце, второе луна и третья звезда. Вот, из-за вот этого я вот не мог пройти. Потому что я это не знал, что можно это смотреть. А теперь знаем. Так, а теперь мы с вами возвращаемся обратно и, ребят, заканчиваем на этом серию. Тупые ловушки. Ну хотя, видите, здесь эти уже пропали. И то радует. Огоньки. А, нет, здесь не пропали. Ладно, сторона работает. Но здесь подохнуть дальше будет довольно легко, потому что там мы будем просто падать с вами. Да, то, что он цепляется херово, это очень плохо. Спасибо. Thanks. Я не хочу умирать. Ой, нужно было засейвиться точно. Отлично. Ну что, в принципе, думаю, на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.